хвосте. Я не могу уйти от него. Уходите оттуда. Меня подбили. Пятое тысячелетие. Великое противостояние продолжалось. Эта война идет уже так давно, что, наверное, никто уже и не помнит, когда она началась. Было ясно только одно. С одной стороны Лига Свободных Планет, с другой флот колоний, и идет Великая война. Именно сейчас началось последнее сражение в борьбе за нашу свободу. Но это было не совсем так. Все станет ясно гораздо позже. Я узнаю об этом. Меня зовут Вальдемар. И моя история начинается здесь, в системе Магента. Системе, возникшей из тьмы, в которой царили высокие амбиции и низкая мораль. Но вскоре придет ужас. Настанет время, и я буду уповать только на чудо. Это будет просто чудовищно и невообразимо. Во Вселенной воцарится сущий ад. Именно поэтому, когда моя миссия будет окончена, я буду молиться лишь только о том, чтобы мне снова не снились все эти кошмары. Но этой ночью мои молитвы не были услышаны. В моем сне я увидел безумца, который желал показать мне всю систему. Первая остановка — звезда Магента. Именно отсюда самый могущественный среди всех звездных кораблей готовится отправиться в свое великое путешествие. Посмотрите на это. Пираты могут доставить вам много неприятностей. Теперь вы понимаете, о чем я говорю. Вот и наше конечное место назначения. Отсюда мы и начнем. Меня ждет что-то великое и ужасное. После того, что здесь произошло, все живое было уничтожено. Кануло в небытие. Вальдемар. О, Господи. Тебе не следует меня бояться, Вальдемар. Кто вы? Ты еще узнаешь об этом? А теперь пристально посмотри на все, что происходит вокруг тебя и что еще произойдет. Финальное сражение между Лигой и флотом неизбежно, но не оно будет решать дальнейшую судьбу всего человечества. Так же, как и вы, друг мой, Красное Солнце не то, чем кажется на самом деле. Проснись и будешь жить, Вальдемар, или будешь спать вечно. С этого момента я чувствовал, что каждый мой вздох может стать последним. Я проснулся. Наконец-то проснулся. Теперь пришло время снова приступать к работе.